Добрый вечер. В Украине 20.00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут мои коллеги. В студии Наталья Белышева. Ограбление с погоней, перестрелка и ДТП. На кого в столице объявлен план-перехват? Тайная бухгалтерия Геннадия Корбана. Что прокуроры ответили на обвинение в подделке документов? Уж дата близится, а хосписа все нет. Кто оприходовал более миллиона евро, выделенных ЕС для строительства клиники? Блокбастер на киевских улицах, дерзкое ограбление, погоня, перестрелка и масштабное ДТП. И все это в центре столицы. Пятеро раненых, из них двое полицейские. Сколько денег унесли грабители и удалось ли им скрыться, расскажет Олег Решетняк. Мужчина обменял деньги в этом пункте обмена валют, спускался к своему автомобилю, к стоянке. Вот именно там и поджидали его грабителя. А при себе он имел ни много ни мало 70 тысяч долларов. Дальше началась настоящая погоня. В сторону Шулявки отсюда около 9 километров. И именно там произошло ДТП. Потерпевшему 24 года. Он уроженец Луганской области. Под угрозой расправы у него забрали деньги и умчались. Я смотрю, летит машина такая большая. И перед ней меньшая машина. И я же думаю, он не успеет остановиться. Произошедшее Павел видел собственными глазами. Говорит, сложно было что-то понять. Все случилось в считанные секунды. Погоня, перестрелка и авария с участием четырех авто. Вот как комментирует произошедшее в полиции. Потерпілий надав орієнтування цього транспортного засобу, всі автопатрулі, чергові частини. Тобто, фактично, всі рухомі наряди були кинуті на те, аби затримати автомобіль зі зловмисниками, які, ймовірно, мали при собі зброю. План перехват. Патруль зафіксував обозначений автомобіль. Бандити пытались скрыться на чорному рейндж-ровері. Поліцейські гнались за авто несколько кілометрів. Бандиты открыли огонь из автоматов, после чего женщина-полицейский выстрелила в ответ. Но на улице Выборгской водитель похитителей не справился с управлением. Павла спасло только чудо. Он только припарковался, вышел из авто и тут увидел, как рейндж-ровер летит прямо на него. Но черный джип угодил в другую машину. Полицейская машина врезается в столб. Та первая машина, она уходит в сторону, рейндж-ровер летит на меня. Но тут выезжает Форд, и рейндж-ровер в лобовом ударе. Получается, сминает этот Форд. Мимо меня вот так вот осколки летели. Мимо машины, под машину осколки летели. Даже один осколок снег сбил на машине. Ни на мне ни царапины, ни на машине ни царапины. А остальные машины просто в смятку разбитые. И я просто стоял, и я не понимал, что случилось. В итоге 4 автомобиля разбиты, 5 человек ранены. Двое из них полицейские. Их с переломами доставили в госпиталь, где оказали необходимую помощь. Вскоре проведут операции. Какую-то девушку доставали, скорую сразу ее забрала, она была в сознании, но очень сильно кричала, ну, видать, что-то там ударилось сильно. И в скорую ее погрузили и быстро увезли. Грабители, которые находились в рейндж-ровере, скрылись. Ущерб, нанесенный владельцам авто, должны возместить беглецы по решению суда. Осталось их только найти. Олег Решетняк, Вадим Ревун, подробности, телеканал Интер. Страсти по распискам. Генпрокуратура обнародовала видеосъемку обысков по делу Геннадия Корбана. Следователь ГПУ Николай Макеев продемонстрировал журналистам на брифинге, что все доказательства в рамках этого резонансного расследования получены официальным путем и не являются фальшивкой, как утверждали вчера адвокаты Корбана. Напомню, вчера защита Геннадия Корбана заявила, что документы черной бухгалтерии подделаны сотрудниками Генеральной прокуратуры. З самого першого дня, коли захисники вступили в справу пана Корбана, вони тільки і кричать про те, що в матеріалах кримінального провадження відносно Корбана лише сфальсифіковані документи. Наголошують, це не так. Кожен папірець, який ми вчора показали, частинку, здобут у відповідності до вимог чинного кримінально-процесуального кодексу. Є відповідні протоколи обшуків, де все зафіксовано, як проводився обшук. Кожен папірець описаний і долучений до матеріалів кримінальної справи. І про яку фальсифікацію вони кажуть, я до сих пір не можу зрозуміти. Также Макеев продемонстрировал фрагмент аудиозаписи телефонного разговора между женщиной, голос которой похож на голос адвоката Корбана Оксаны Тамчук, и мужчиной, голос которого похож на голос народного депутата Андрея Денисенко. Ну, свяжись с Буком, пожалуйста.
зараз. Бо я трошки подаю від пропозиції. А яка пропозиція? Не зрозумів. Спаковати і покласти в багажник. А, ну так, да, це прекрасна пропозиція. Насправді. Ну, я розумію. Жалко також, що це нам міністр. Він може огорчитися. И вот как сама Оксана Томчук отреагировала на сегодняшнее заявление следователя ГПУ. Цитирую. «Генеральная прокуратура реально сошла с ума», пишет адвокат у себя в Фейсбуке. Томчук опровергает факт этого телефонного разговора и утверждает, что Андрей Денисенко – социопат, который практически не разговаривает по телефону. Кроме этого, адвокат снова заявила, что ГПУ фальсифицирует доказательства. А вот депутаты из фракции Блока Петра Порошенко считают, что информация о черной бухгалтерии Корбана заслуживает внимания. Фракция инициирует создание временной следственной комиссии для расследования фактов подкупа народных депутатов. Напомню, вчера ГПУ обнародовала фоторасписок, который, по мнению следователей, свидетельствует о получении нардепами теневых зарплат. Имена там не значатся, зато есть фамилии в долговых бумагах. И фамилии эти Филатов, Поросюк, Денисенко и Купрей. Им якобы Корбаном были выданы крупные суды. Получит ли Украина очередной кредит от Международного валютного фонда? Вернет ли Киев 3-миллиардный долг России? Как будут платить в следующем году НДС аграрии? На все эти вопросы сегодня ответили премьер Арсений Яценюк и министр финансов Наталья Ереська. Все подробности узнаем у Ирины Романовой. У министра финансов и премьера взгляды на сотрудничество с МВФ, похоже, отличаются. Накануне Арсений Яценюк уверял, фонд непременно выделит Украине очередную финансовую помощь. Бюджет, а это условие МВФ, принят. Но Наталья Ереська более осторожна в прогнозах. Хоча ухвалення бюджету є передумовою надання нового траншу Міжнародного валютного фонду, він ще не є гарантією надання нового траншу. Адже під час переговорів щодо бюджету Верховної Ради в наш пакет законодавства було внесено низку змін, і вони потребують окремого узгодження з Міжнародним валютним фондом. Я повністю не впевнена, що ці всі зміни будуть узгоджені. Є питання і про зміни видаткові частини, є зміни у податковій частині, і є питання, очевидно, по структурних реформ. Сомневается Ереська в том, что МВФ поддержит все три спецрежима распределения налога на добавленную стоимость для аграриев, утвержденных парламентом. Ведь фонд согласовал только один вариант. Створення трьох спецрежимів по ПДВ вже є компромісним варіантом. Це буде дуже складно адмініструвати, я вам дуже точно скажу. Тому що три різні розщеплення, три різні стандарти. Можливо, буде потрібно попрацювати з народними депутатами щодо узгодження, щодо якихось там поправ. І я не впевнена, що і це буде узгоджене з МВФ. Получит Украина деньги от МВФ или нет – вопрос будущего. Вопрос настоящего – как отдавать России кредит в 3 миллиарда долларов, срок погашения которого наступил в декабре. Переговоры с Кремлем, говорит Ереська, еще идут. На січні місяці я очікую, що це діло продовжиться після свята. Куда категоричнее премьер. Сегодня он собрал последнее в этом году заседание Кабмина. Своих 3 миллиардов Россия, говорит Арсений Яценюк, не увидит, пока не согласится, как другие иностранные кредиторы, на реструктуризацию. Уряд України прийняв рішення про запровадження мораторію на 3 мільярда доларів боргів, які ними брали. Мораторій запроваджений до того моменту, доки або Росія прийме пропозицію України, або буде відповідне судове рішення. І ми в повній амуніції, повній готовності до судової війни з Російською Федерацією. Готова Украина, уверяет Яценюк, и к торговой войне с Россией. Накануне президент подписал закон о встречном эмбарго на российскую продукцию. Ограничения начнут действовать с 10 января. В перечне 4 десятка названий. Мясо, колбасные изделия, кондитерка, морепродукты, плавленые сыры, чай, кофе, удобрения и бытовая химия. Сегодня этот список Кабмин утвердил. Сегодня Кабинет министров Украины принимает две постановы. Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації. І друга постанова про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації. Відповідна постанова про контрдії української сторони, яка спрямована на захист українського товаровиробника і на захист українського ринку, буде оприлюднена в перший день після фактичних дій російської сторони. І так пообіцяв Яценюк, Україна буде відповідати на кожне обмеження Росії в відношенні нашої країни. Ірина Романова, Євгеній Камінський, Алла Матюшук, подробиці, телеканал Інтер.
А пока аграрный протест продолжается. Сегодня трассу во Львовской области перекрыли местные фермеры. Они присоединились к всеукраинской акции против изменений в налоговый кодекс. Движение с помощью техники блокировали на международной трассе Киев-Чоп в районе села Солонка. Напомню, фермеры требуют от президента ветировать изменения в налоговый кодекс, согласно которым им придется платить больше налогов и отменят льготы по НДС. Поправки парламент принял на минувшей неделе. Свою акцию львовские фермеры назвали предупредительной и не последней. Тема Украины сегодня и на передовице ведущего американского издания. Срочно выделить Киеву несколько миллиардов долларов потребовали у Барака Обамы и Конгресса трое бывших послов США в Украине. Зачем нужны эти деньги и дадут ли их, узнавал Дмитрий Анопченко, он в Вашингтоне. Свежий «Нью-Йорк Таймс» – предновогодний выпуск, в котором, как водится, лишь главные темы. Рассуждения об итогах года, американской политике, избирательной кампании. Ну вот на обложке фотографии Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. В этом же номере неожиданно статья об Украине. Три известных дипломата, которые в разные годы возглавляли посольство Соединенных Штатов в Киеве, настаивают – Украине нужно срочно помочь. Финансово. Джон Херб, Стивен Пайфер и Уильям Тейлор уверены, тех денег, которые Соединенные Штаты и Евросоюз в новом году планируют выделить Украине, крайне недостаточно. И даже точную сумму называют. Мол, Конгресс должен расщедриться, предоставить Киеву от 2 до 5 миллиардов долларов. Дипломаты называют эту сумму минимальным порогом для жизнеспособности страны. Мол, иначе экономика не выдержит. И это должны быть не только кредитные гарантии, но и прямые бюджетные вливания. Более того, дипломаты требуют, чтобы Белый дом пошел еще дальше. Убедил Евросоюз тоже дать денег. И тоже как минимум 5 миллиардов. То, что к ним прислушаются и деньги дадут, авторы статьи считают вполне реальным, но называют главное препятствие – коррупция, с которой страна по-прежнему не справилась. Вот почему дипломаты говорят, любая помощь Киеву должна сопровождаться лишь одним условием. Эти и другие вливания должны зависеть от реальных действий правительства, от приверженности реформам и реальной борьбы с коррупцией. Если она действительно будет помогать, нет, значит, при всей симпатии к Украине финансовую помощь могут свернуть. Так что накануне Нового года здесь, в Вашингтоне, Украине дали два очень четких и ясных месседжа. Во-первых, страну по-прежнему готовы поддерживать и очень серьезно. Но, во-вторых, промедление правительства в проведении реформ может стоить ей очень дорого. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, телеканал Интер. Два часа сегодня говорили по телефону лидеры нормандской четверки. Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин обсудили необходимость перемирия на востоке Украины и подготовку к местным выборам. Детали переговоров опубликованы на сайте президента Украины. Из согласованного в начале января трехсторонняя контактная группа активирует свою работу. Уже через месяц должны встретиться министры иностранных дел четверки. Главам МИД Украины, России, Германии и Франции поручено провести тщательную оценку выполнения минских соглашений. Украинский президент обратил внимание сторон на эскалацию ситуации на Донбассе в последние недели. Что же касается местных выборов, то Петр Порошенко подчеркнул, что для этого боевики, так называемых ЛНР и ДНР, должны отменить собственные фейковые выборы. В волеизъявлении, которое Украина признает, должны принять участие украинские партии, украинские СМИ, Центральная избирательная комиссия и международные наблюдатели. За минувшие сутки в зоне АТО нет раненых и погибших. В штабе отмечают снижение активности боевиков. На Донецком направлении наши военные зафиксировали лишь единичные случаи нарушения режима тишины. В это время волонтеры везут бойцам помощь, и не только материальную. Подробнее с передовой Геннадий Вивденко. Морозная погода, минус 10 на улице. Сельский клуб не так далеко от Донецкого аэропорта. У бойцов 93-й механизированной бригады небольшой предновогодний праздник. Их больше десятка. Волонтеры, поэты, музыканты в одних лицах. Самую стужу приехали на фронт к защитникам Отечества. Мы приехали привітати наших воїнів з Новим роком для того, щоб підтримати бойовий дух. І ми просто не можемо сидіти вдома на Новий рік, коли хлопці тут. Командир с позывным «Дед» уже второй год на передовой в одной из самых горячих точек на Донбассе. Такого, как сегодня, убежден, тут на фронте очень не хватает. Нам важко, тяжко. И приехали до нас киевляне. Все бойцы очень вдячны им. Рідкі моменти, коли от людина може дійсно відпочити душею, от, в основному душею, бо почути українську пісню, почути українське звертання. Пока музиканти настраюють інструменти в полуразбитому здании, воєнні готують їм обід. Волонтери починають шуточних пісень. У два раба, у два раба,
артилеристы, танкисты, стрелки, смелые в бою, непривычные концертам, сдержанно жмутся у стен, слушают юмористические стихи об агрессорах. Концерт лежал не эстетично, лежал и портил весь пейзаж. Над ним валькирии не шугали, и черный ворон не кружляв. Ему было скоріш погано. Лежав кацап, кацап. Вечером неподалеку враг обстреливал украинские позиции. Только сейчас словно дал украинским бойцам расслабиться. Тривали обстріли в районе Опытного, в районе Бісок. Це здебільшого неприцільні обстріли з стрілкової зброї та гранатометів, до яких вже всі звикли. І порівняно там з ночі, що була до цього, вона була більш-менш спокійною. Бойці намагаються все уступлення зняти на гаджети. Надіються, що ця пам'ять залишиться на всю довгу мирну життя. А мій Бог, то Україна, тож бережи мене, Боже. Волонтерская арт-группа будет давать по два концерта в день в подразделениях 93-й механизированной бригады. Она наиболее отличилась в боях на этом участке фронта и сейчас очень изнурена. С начала войны беспрерывное соединение героически бьется на Донецком направлении. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Дело об убийстве Олеся Бузины. Изменят ли меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест одному из подозреваемых в убийстве журналиста Андрею Медведько? Как в начале декабря это сделал Печерский райсуд в отношении второго подозреваемого Дениса Полищука. Сегодня апелляционный суд Киева в очередной раз собрался на заседание. Есть ли это решение по Медведько, мы узнаем у Ольги Теребинской. Она сегодня целый день следит за этим процессом. Оля, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Наташа. Сегодня с 11 утра в апелляционном суде Киева началось судебное заседание по делу об убийстве Олеся Бузины. Здесь уже в третий раз рассматривали ходатайство защиты одного из подозреваемых Андрея Медведько о смене ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. С самого утра под зданием суда активисты растянули плакаты и требовали справедливого суда. Затем все переместились в зал. Давки, как на некоторых прошлых заседаниях, не было, соответственно, и охраны было меньше. Родные и друзья принесли Андрею подарки и новогоднюю елку. Да, очікую, що Новий рік буду вдома зустрічати, але ну, не можу сказати, що то точно це відбудеться, не знаю. Звичайно, підтримка дуже колосальна, я дякую всім, хто прийшов, мене це дуже підтримує. На протяжении всего дня с короткими перерывами суд заслушивал свидетельства, аудио и видео показания свидетелей по делу, которые касаются непосредственно алиби самого Медведька. Ці всі свідчення є об'єктивними, вони не є упередженими, як стверджує прокуратура. І саме на підставі цих доказів можна дійти одного висновку. Підозра Медведька-Поліщука є абсолютно необґрунтованою. После очередного небольшого перерыва слово надали адвокатам. Они говорили долго, в отличие от прокуроров, которые выступили в самом конце. Затем, между прочим, говорил и сам Андрей Медведько, после выступления которого выступили депутаты от блока Петра Порошенко Олег Петренко и Игорь Луценко из Батьковщины. Просили передать подозреваемого на поруки. После чего суд объявил перерыв до завтрашнего утра. И уже завтра утром будет известно решение. Студия. Спасибо, Оля. Ольга Теребинская с последними подробностями заседания суда по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины. Российский запрет. Турецкие компании теперь не смогут вести строительный и туристический бизнес на территории Федерации. Премьер Медведев официально утвердил список отдельных видов работы и услуг, оказывать которые турецкие фирмы не имеют права. С нового года организациям, которые находятся под юрисдикцией Анкары, либо под руководством турецких граждан, запрещено строить и проектировать дома и инженерные сооружения, обрабатывать древесину, выполнять работы по обслуживанию государственных и муниципальных учреждений, вести туристический и отельный бизнес. Запрет не касается договоров, подписанных до 1 января 2016 года.
Тем временем в Турции арестовали двух подозреваемых в подготовке взрывов в Анкаре. Они якобы планировали теракты на новогодние праздники. В ходе обысков у мужчин изъяли пояса смертников. Предполагают, что задержанные могут быть связаны с ИГИЛ. Напомню, после октябрьского теракта, который унес жизни более 100 человек, в Анкаре введен высший уровень тревоги. Вашингтон критикует Москву за атаки против мирных жителей так называемой умеренной оппозиции в Сирии. Что на эти обвинения отвечают в Кремле, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Москве. Соединенные Штаты в очередной раз упрекнули Россию в гибели мирных жителей в Сирии. Мол, безвинных смертей становится все больше, удары авиации приходятся и на школы, и на рынки, и на медицинские учреждения. В этот раз США ссылались не только на данные своей разведки, но и на отчет международной правозащитной организации Amnesty International. Там заверяют, владеют информацией о причастности российских военных к гибели не менее 200 мирных граждан Сирии. Речь идет о 6 ракетных ударах по Хомсу, Идлибу и Алеппо. Конечно же, мы глубоко обеспокоены сообщениями о больших потерях среди гражданского населения. В частности, заметное и тревожное увеличение количества этих жертв произошло, когда Россия начала свою воздушную кампанию в Сирии. Мы постоянно призываем все стороны конфликта принять всевозможные меры предосторожности. Но в Минобороны все эти заявления называют абсурдными и бездоказательными. Официальный представитель ведомства Игорь Коношенков сравнил такие высказывания с выступлениями заезжих гипнотизеров из Шапито. Мол, на какие данные ссылаются представители Запада, неизвестно. Да и авторитетность организации, будто бы владеющей информацией, по мнению военного ведомства, тоже сомнительна. В Минобороны предпочли говорить о другом, о последних военных победах в Сирии. Рассказали, на днях провернули целую спецоперацию по уничтожению нескольких главарей террористов. От агентов узнали о планируемой встрече полевых командиров ИГИЛ. За местом сбора установили двухдневную слежку с воздуха и во время совещания сбросили авиабомбу. Правда, не назвали ни имен, ни должностей убитых. Светлана Чернецкая, Сергей Ведмить. Подробности. Телеканал Интер из Москвы. Иракцы празднуют освобождение Рамади от исламистов. На улицах настоящее гуляние с музыкой, танцами. Местные жители ждали изгнания боевиков полтора года с тех пор, как они захватили город. Тогда десятки тысяч человек были вынуждены бежать. Несколько недель назад иракская армия окружила этот стратегический пункт, после чего перешла в наступление. Сколько солдат погибло в этой схватке, власть не озвучивает и даже убеждает, что среди мирных жителей жертв практически нет, поскольку оставшихся в городе удалось вовремя эвакуировать. Вы даже не представляете, насколько мы счастливы. Ведь это возвращение города людям, нации, стране. Возвращение города – это возвращение нашего достоинства, наших моральных и религиозных ценностей. Наши дети снова смогут ходить в школу, а город опять вернет свое великолепие. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Дело «Торнадо», что решил суд по обвиняемым в пытках и насилии бойцам этого батальона. От работы дохнут кони, почему сотни нью-йоркцев остались без рождественских поздравлений. В эти минуты президента Украины ждут в Харькове. Там Петр Порошенко собирается вручить награды бойцам АТО и ключи от квартир сотрудникам Академии Нацгвардии. До этого он побывал в Луганской области. В Северодонецке Порошенко встретился с участниками АТО, вручил им награды и поблагодарил всех от имени украинцев. За этот год, отметил глава государства, вооруженные силы восстановили свою боеспособность, улучшили техническую оснащенность, и теперь армия вполне может дать отпор агрессору на востоке Украины, отметил Порошенко. Сьогодні я тут, в кількох там, десятки чи пару десятків кілометрах від фронту. І тут, щоб висловити слова великої пошани і вдячності від імені усіх наших співвітчизників, від імені українського народу, від держави і від себе особисто. Дорогі, не лише як від президента, не лише як від Верховного Головнокомандувача, як від громадянина України, який цінує і шанує свою армію. На Маріупольському направленні за минувші сутки 3 обстріли. Активність бойовиків здесь знизилась, но наші воєнні в повній бойовій готовності. Українська сторона постійно фіксує переміщення вражеської техніки. І похоже, що противник не збирається відводити вооружение. Більше розкаже Станіслав Кухарчук.
Флэш, я стрейт. На связи. Накат 333, учбовый. Принял. Это не боевой выход, а только учение. 40-я артиллерийская бригада еще летом была отведена с передовой. Ее грозные 152-миллиметровые пушки стали дамокловым мечом для боевиков. Хотя в подразделении ни одного кадрового военного. Все мобилизованные. Навыки артиллеристов ребята приобретали непосредственно в бою. На отдыхе продолжают оттачивать. Вот, подивите сюда, панораму. И будете видеть бусоль. Вот это основная точка наша. Мы видно ее. Ведемо стрільбу. От на неї наводимося, а там потім кажуть плюс чи мінус, там правіше, лівіше, то ми додаємо координати собі. Вся отведенная украинская артиллерия в полной боевой готовности. У пушкарей по несколько тренировок в неделю. И все это в условиях, максимально приближенных фронтовым. Если возникает необходимость, 40-я бригада в течение 2 часов сможет выйти на боевые позиции и открыть огонь по противнику. Ведь боевики, в отличие от Украины, минских договоренностей не соблюдают. Перемещения, и в том числе и танков, отмечены. В том числе в направлении Широкино, Докучаевск. Там часто можно, по данным разведки, отмечено передвижение этой техники. Вот. С какой целью она перемещается? Ну, трудно. В основном с целью провокаций. Это расположение 2-й батареи 40-й бригады. В своих артиллеристах командир уверен. Говорит, за 1,5 года войны они стали настоящими профессионалами. Его батарею боевики боятся как огня. Одна 152-миллиметровая пушка способна выпустить за 15 минут до сотни снарядов. Нам месяц, и земля очищена. Как артиллерист. Никто не сунется. Месяц, и тут никого нема. Это моя такая думка. Однако пока приказа нет, и ребята усиленно утепляются. В Мариуполь пришла настоящая зима с морозом и снегом. А на Новый год синоптики обещают до минус 15. Станислав Кухарчук, Владимир Дедов, Антон Чиженко. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. Дело скандального батальона «Торнадо». Напомню, бойцов этой роты обвиняют в создании преступной группировки, пытках и насилии. Что сегодня решил Оболонский райсуд столицы, расскажет Алла Матюшок. Что они наковыряли? Ну, перевернули нашу жизнь и все. Год в АТО и полгода в СИЗО. На скамье подсудимых 8 бойцов спецподразделения «Торнадо». Их обвиняют в создании преступной организации, совершении ряда тяжких преступлений. Это похищение людей, пытки, насилие, мародерство, сопротивление власти. Чтобы зачитать все, судье понадобилось немало времени. Военная прокуратура требует оставить торнадовцев под стражей, чтобы они не оказывали давления на свидетелей и не сбежали. Кроме того, обвинение просят проводить заседание в закрытом режиме, без журналистов и посторонних, якобы в интересах потерпевших. За допомогою такого виняткового запобіжного заходу, а саме як тримання під вартою, було забезпечено права та свободи всім потерпілим та свідкам. Всі ризики наявні, якщо буде змінений запобіжний заход, всі ризики будуть в дії. Було клопотання зі сторони обвинувачення закритого розгляду для того, щоб запобігти розголошенню відомості, що становлять честь і гідність потерпілих. Адвокаты против. Считают, СМИ должны присутствовать на всех заседаниях, кроме тех, где речь идет о сексуальном насилии, чтобы не травмировать жертву. При этом защитники настаивают, дело политическое и доказательств нет. Говорят, видеороликов, о которых так много говорили представители прокуратуры, просто не существует. По крайней мере, в 34 томах дела 4 адвокатов его не нашли. Видео как доказательств таковых нет. Материалы полностью обвинения строятся исключительно на показаниях потерпевших. Но все потерпевшие – это либо подозреваемые в сепаратизме, либо те, которые служили раньше и удрали с подразделения, ну, непосредственно с места дислокации подразделения. И у них были однозначные основания оговорить всех обвиняемых по этому делу. Выслушав обе стороны, коллегия судей отправляется в совещательную комнату. И вот приговор. Продолжите срок ремонта бартера на 2 месяца, тобто до 12.03.2016 года. До конца спокойно свое решение судья зачитать не смог. Торнадовцы стали обвинять коллегию судей в сговоре с прокуратурой. Война или смерть? Да, был подвал. Да, там были нары.
Да, мы жили раньше там. Потом люди уехали на станицу, и этот подвал начали использовать для задержания преступников, сепаратистов. Те, которые были под подозрениями. Те, которые ходили, и в кармане у них были блокноты с записями. Те, которые были с телефонами, где снимали блокпосты, и были записи непонятные. Там ДНР, ЛНР, там Петя, Вася и клички ихние. Эти люди попадали в подвал, патруль привозил вместе с милиционерами. И потом принималось решение, куда их. Или забирали их в СБУ, или забирали их. Адвокаты называют это дело политическим. Мол, торнадовцев стали задерживать на следующий день после того, как они обвинили чиновников в крышевании контрабанды из зоны АТО. Но больше всего их возмутило то, что суд все-таки принял решение судить в закрытом режиме. Два человека, которые обвиняются, им ставятся в вину такие статьи, которые позволяют рассматривать в закрытом судебном заседании Покуста и Онищенко. Ну, это статевые злочины там и так далее. Все. То есть таким вот образом. А остальных, получается, лишили возможности защищаться так, чтобы все люди знали о том, что происходит в судебном заседании. Вы, как журналісти, маєте право бути присутніми біля залу і отримати будь-які коментарі, тому що всі майже злочини скоєні з порушенням честі і гідності осіб. Следующее заседание уже, по сути, назначено на 11 января. Но торнадовцы объявили протест. С этого дня они начинают голодовку. Алла Матюшок, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Стихи бойцов АТО на львовских стенах. Что придумали волонтеры-художники и что рифмуют защитники, расскажет Кристина Гашенко. Она во Львове. Шрифт менять уже поздно. Почему он наведенный? А який малюнок буде поряд з цим? Там козак буде. Александр Златницкий рассказывает, вот на этой стене будут стихи. Автора не знает. Единственное, что известно, он киборг, защищал Донецкий аэропорт. Волнение художник не скрывает. Навіть те, що б'ється безіменний, ти якби заглядаєш трішки в його душу і розумієш, що людина переживала в ті моменти, якось теж по-іншому малюється. В качестве полотна – несколько метров забора военного городка. Свой проект волонтеры начали с граффити о событиях революции и достоинства. Рядом изобразили сбитый самолет, военных и кресты. Это Донецкий аэропорт. Через несколько пролетов женщина-мама, маки и аисты, как символ окончания войны. Среди рисунков – стихи бойцов, участников АТО. Я писал его такими, начебто, кровавыми литерами, то есть червоними по черному. А виявилось, художник цього не знав, що цей вірш був знайдений на тілі бійця важкопораненого. В кишенці бронежилету через вірш прийшла куля і залила його кров'ю, цей вірш. Отакі от співпадіння. Мимо графіті кожен день проходять сотні людей. Здесь трамвайна остановка. Но на розрисовані стіни внимання обращають не всі, тільки немногі. Останавливаються на минутку, щоб почитати, що там написано. Це дуже болюча тема. Мені би хотілося, чим би пошвидше, щоб воно закінчилося. І вже дійсно в наступний рік ми перейшли. Без ніяких військових дій, щоб воно вже зупинилося. Полтора года війни срок немалий. Самі воєнні признають, люди устали і хочуть міра. Некоторі просто привикли і перестали переживати. А ці стихи – як напоминання бойцу о том, що происходит на Донбасі. Слова, які хочуть бути достигнуті кожного чоловіка, щоб вони зацепились в його сознанні і що є у нас деякі... Население, которое еще до конца не воспринимает, что у нас происходит в нашем государстве. Вот уже несколько дней художники не работают. Очень холодно и краска замерзает. Как только мороз спадет хотя бы до нуля, опять выйдут творить. А пока вынужденный перерыв. Волонтеры призывают всех неравнодушных помочь деньгами на краску. Кристина Гашенко, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Львов. О роботе-стеноходе, священники на колесах и привидениях, которые мучают мигрантов в Швеции. Об этом и не только в нашем обзоре. Привидения не дают жизни беженцам в Швеции. Жители центра для мигрантов в городке Гранафорса в ужасе. Говорят, мол, в жилище сам включается и выключается свет. А в канализационных трубах постоянно слышны непонятные звуки. Постояльцы требуют у властей нового пристанища и отказываются верить, что причины такого явления весьма прозаичны. Например, перепады напряжения. В
Дубае появится собственный Тадж-Махал. Строить его начнут уже в 2016-м, а закончить планируют к 2020-му. Называться комплекс будет «Тадж-Арабия». На 8 гектарах разместят отели, апартаменты, бутики и громадный банкетный зал. Тадж-Арабия не будет точной копией индийской достопримечательности. Кроме того, в этом году местные власти заявили, что уже скоро в Дубае появится первая в мире гостиница на солнечных батареях, а также отель с джунглями и пляжем на крыше. В Швейцарии создали робота, способного передвигаться по стенам. Четырехколесный механизм оснастили специальными пропеллерами. Время его работы пока ограничено 10 минутами. Однако разработчики планируют усовершенствовать новинку. Ближайшая задача – научить робота ходить по потолку. Филиппинский священник провел праздничную службу, разъезжая на ховерборде. Так ему было удобнее передвигаться между скамейками и петь. Руководству, однако, такая инициатива по душе не пришлась. Поведение священника назвали недопустимым, его отстранили от работы и заставили извиниться. Сотни жителей Нью-Йорка остались без рождественских поздравлений из-за двух почтальонов. Один из них, обнаружив несметное количество конвертов, решил не напрягаться, сгреб их в мусорные мешки и выкинул на помойку. Другой искал в конвертах деньги или подарочные сертификаты, а открытки тоже выбрасывал. Теперь обоих Печкиных ожидает до 5 лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов. Как выглядит Земля из космоса? НАСА опубликовала самые красивые снимки уходящего года, сделанные с борта МКС. На фото отдельные уголки Земли, снятые с высоты 352 километра над поверхностью планеты. Международная космическая станция путешествует со скоростью 29 тысяч километров в час. Вокруг Земли облетают за 92 минуты, так что каждый день астронавты могут видеть и фотографировать восходы и закаты по 16 раз. Посольство США в Украине снова радует оригинальным поздравлением. Сотрудники дипмиссии регулярно записывают рождественские песни или читают стихи отечественных классиков. И вот к Новому году снова сюрприз – «Джингл Беллс» в украинской версии. Посмотрите, как все получилось. Дзинь-дзилин, дзинь-дзилин, дзвоники дзвенять, оленята на санчатах Миколая мчать. Дзинь-дзилин, дзинь-дзилин, вже близенько він, щастя, радість нам дарує новорічний світ. Следите за развитием событий на нашем сайте подробности.ua. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вечера.